Друзья, всем привет! Вот, сходил на почту, сейчас забрал 3 посылочки. Честно говоря, даже не смотрел, что у них. Давайте сейчас быстро их вскрою и будем смотреть, что здесь. Итак, пришло вот у нас сегодня столько товаров. Пришли долгожданные 18650. Ну что, оценили их в $4 всего, 4 батареечки и 4 аккумулятора. Тут нечего сказать. Потом Bluetooth ресивер в 4 бакса оценили, 4,60. Ну, нормально, в принципе. И пауэрбанки $2, 2 штуки. Итак, по порядочку. Ну, вот это вот уже был обзорчик. Сейчас вот тут вот появится видео. Я делал в машине обзор. Просто заказал белого цвета еще. Ну, и акция была. Вот. И, кстати, смотрите, хорошо упаковано. Тут был просто пришел. А здесь все в пакетике. Есть еще инструкция. Вот, это быстро. И пришли вот таких вот 2 штуки. Заказывал. Они там по 40 рублей. 2 заказал. Пауэрбанки. Как раз вот для этих аккумуляторов на 1 единицу, на 1 аккумулятор. Продавец уверяет, что это настоящий оригинальный Samsung с емкостью 2600 миллиампер. Вот, но посмотрите, я вот сейчас их все разглядел, и такое ощущение, что их откуда-то выдрали. Видите, что здесь было что-то припаяно и оторвали. Так, сейчас измерим. Размер по стандарту вообще должно быть 65, вот. Почти 65 на 18 24, чуть потолще. Сейчас проверим каждый аккумулятор, хоть что-то в нем есть. Проверим, вот мне с камеры присылали вот такой USB фонарик, как раз для пауэрбанков. В общем, светят все они, видите. Вот. Сейчас я попробую один разрядить полностью и зарядить, а потом еще раз разрядить, и мы посмотрим, сколько он себя возьмет и сколько отдаст. Итак, полностью разрядил аккумулятор и сейчас зарядим. Индикатор перестал моргать на пауэрбанке, и давайте посмотрим данные. В общем, заряжалась она 4 часа 40 минут, почти 5 часов, и взяло в себя 2528, видите? Ну, почти соответствует. То сейчас начнем наоборот. Теперь попробуем разрядить и посмотреть, сколько она отдаст. Сегодня третий день съемки у меня получается, это самый длинный мой обзор. Вот, провел я небольшие тесты с этим пауэрбанком и аккумулятором. Так как у меня нету зарядных устройств, которые могут проверять, разряжать и заряжать, я все делал с помощью вот этой вот штучки, этого тестера. Ну и, соответственно, телефоном, планшетом разряжал и заряжал. Вот. Что, давайте расскажу про пауэрбанк. Напомню, что стоимость его около 40 рублей. Рассчитан он на одну батареечку, вот эту 18650. Вот. В комплекте шла вот такая крышечка и ремешочек. Вот. Сейчас я прикрою, защелкивать не буду. В общем, здесь есть 2 светодиода, красный и синий. Красный отвечает за зарядку. Сейчас покажу. Вот, видите, при моргании, ну, это получается вот так вот. Вот, видите, вот. Когда он моргает, он заряжается. Когда просто будет гореть красный, это значит, он заряжен. Вот. А при, когда я что-то включаю, сейчас не определяет, сейчас телефон воткну.
загорается синий светодиод, это значит, что аккумулятор еще нормально заряжен. Когда он начинает моргать, это значит, что уже аккумулятор разряжается. Вот. И при выключении он там через секунд 10-15 сам выключается. Это вот что касается пауэрбанка. Вот видите. Что я выяснил с этими аккумуляторами? Ну, как говорил уже, что возможности у меня нету проверить, зарядить, разрядить на зарядном устройстве. Все это делал с помощью вот этой штучки. В общем, напомню, что заявленная емкость его была 2600 мАч в час. Ну, первый раз я зарядил, он взял в себя 2528. Но при отдаче он отдал всего 1500. Это я делал два раза с этим аккумулятором, и тот же самый эффект. Напишите в комментариях, если вы знаете почему. Я так еще не искал, не смотрел, почему он взял в себя 2500, а отдал 1500. Вот, в принципе, аккумулятор взял в себя сколько надо. Может, это из-за пауэрбанка, может, пауэрбанк выключает, считает, что он уже разряжен, и выключает его раньше. Вот. Вот такой обзор был. Для вас он коротенький. Снимал я его 3 дня. Аккумуляторами, ну, в принципе, я доволен, потому что емкость заявлена. Только так и не пойму, почему он отдает 1500 за место 2600. Ну и 2500 взятых. Вот. На все товары я оставлю ссылочки на аккумулятор, на пауэрбанк. Ну и вот эту вот штучку уже была в обзорах. Если вам понравился этот обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, обязательно оставляйте комментарии. Всем пока. Сейчас я покажу, во-первых, качество звука, оцените, как эта камера пишет без чехла. А во-вторых, сейчас я проедусь и камеру буду использовать как видеорегистратор, а потом... Выдает он мощность 1 ампер, одно гнездо, второе гнездо 2 ампера. Есть фонарик, зарядка. Вот, вот модель, это опять.